Агава американская. Это многолетнее растение, которое является родственником кактусу и алоэ. Еще в древности этот цветок ценился за свои целебные свойства. Поэтому многие предпочитают выращивать его в домашних условиях. В одном из своих видео я вам уже показывала, какой кактус вырос у нас в саду. А этот кактус находится в центре города. Это растение является достойным украшением клумб и цветочных посадок. В большинстве случаев агавы цветут один раз в жизни, после чего постепенно в течение нескольких месяцев погибают. Таким образом, агавы цветут чрезвычайно редко. Некоторые из них зацветают в весьма почтенном возрасте, в 100 лет. Растение выбрасывает цветонос высотой от 3 до 10 метров, на котором, в зависимости от вида, располагается до 10 тысяч цветков, собранных в мельчайшие соцветия. Посмотрите, какой цветонос выбросил этот кактус. Препараты из агавы используются в медицине, при заболеваниях желудка, печени, легких. Используются как слабительное средство. Она обладает болеутоляющим, жаропонижающим, обеззараживающим, отхаркивающим и противовоспалительным действием. Надеюсь, что вам было интересно и вы узнали для себя что-то новое.